главное богатство – это то, что не купишь в магазине. Это радость, которую приносят дети. У меня ни тени сомнений не было, когда мне супруга говорила, что подарит мне нового малыша. Мы это с великой радостью воспринимали. Когда один ребенок, он требует к себе максимального внимания. Да. Когда их двое, они уже друг на друга отвлекаются. Уроки учат они все вместе. Из садика, из школы там придут тоже все вместе. Когда мы познакомились, так он мне в тот же день сказал: женимся осенью, и будет пятеро, вот и вот пять. Сегодня в Чувашии более 13 тысяч многодетных семей. За последние 7 лет их количество увеличилось на 60%. На государственную поддержку семей с детьми только в этом году направлено более 8 миллиардов рублей, в том числе и в рамках национального проекта «Демография». Крепкая семья, крепкая Чувашия.